2018 год – это год веры, год поста, молитвы и поклонения. Называться и быть детьми Божьей. А я, как зеленеющая маслина в доме Божьем, и уповаю на милость Божью во веки веков. Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых, не стоит на пути грешных и не сидит в собрании развратителей. И будет он, как дерево, посаженное при потоках вод, которое приносит плод свое во время свое, и лист которого не вянет, и во все, что он не делает, успеет. Thank you.
Или признайте дерево хорошим, и плод его хорошим. Ибо дерево познается по плоду. Когда-то вы были мраком, но теперь, когда вы в Господе, вы стали светом. Живите, как дети света. Бог, а плод света – это всякое благое дело, праведность и истина. Старайтесь понять, что приятно Господу. Если вы послушны Божьим заповедям, то пребудете в Божьей любви, как Иешуа послушен заповедям своего Отца и пребывает в его любви. Мы знаем, что мы любим Божьих детей. Если мы любим Бога, то исполняем его заповеди. При этом будьте же не только слушателями слова, но и исполнителями слов. Иначе вы просто обманываете самих себя. Если Дух дал нам жизнь, так давайте же будем поступать по Духу. Не всякий говорящий мне Господи. Царствие небесного. Но исполняющий волю моего Отца моего небесного.
свои слова исполняет их, можно сравнить с мудрым человеком, который свой дом построил на скале. Аминь. 2018 год – это год веры, год поста, молитвы и поклонения.